напоследок вам покажу. Площадь Каталунии, я тебе сейчас сделаю обзор. Площадь Каталунии, да, это. Да, я и как... даже в Валенсии есть площадь Каталунии. Это нет, я просто так ее назвал. А, значит, площадь Валенсии. Ну да. И мы сейчас просто едем в ботанический сад с вами. Ну как же не... Я сделал, получилось так, что даже моя подруга решила сделать, как я хотел. Подруга это, он эту называет. Держитесь левее. Навигатор. Она, как я хотел, сначала для Тани сделать небольшой, как говорится, ботанический сад. И в том числе показать... Держитесь левее. Хорошо, спасибо. Показать старую Валенсию. Через 200 метров. Она не даст. Держитесь левее. Я знаю, золото ты мое. О, это как красота. Вот эта церковь обычно, вот, кстати говоря, вот можете посмотреть, справа здесь обычно проходят свадьбы, вот такие шикарные. А вот свадьба, свадьба. Да, да. Вот, вот так. Какие свадьбы испанские, да. Вот для этого приезжают, вот так, нанимают автобусы, потому что... Да, что такая свадьба, знаете, 6 тысяч евро. Держитесь левее. Этот авто, эти автобусы... Ну как же посмотреть, как говорится, с вами? Через 800 метров поверните налево. Так, как делается любая экскурсия по городу Валенсия, она сегодня получилась, Татьяна, именно так, как она была запланирована. В общем, сначала едет автобус сюда, Artes Residencias, как мы с вами выехали сегодня из отеля. И после этого делаем такую небольшую обзорную по самой Валенсии, чтобы показать старый город, потому что пешком обойти это все невозможно. Угу. После этого едут, как всегда, в ботанический сад, и после этого уже начинается tiempo libre и comida. Угу. И у нас тоже будет tiempo libre и comida, то есть свободное время, и мы пойдем в ресторанчик. Да. Верните налево. Вообще-то как-то у нас есть совершенно другое впечатление, как раньше. Раньше я все чувствую. Жорди Ботаник, Хардин Ботаник. Вот сейчас мы пойдем. Теперь проблема... Будем уточек кормить. Проблема... Я взяла хлеб. Где машину у нас засунуть? Теперь проблема. Мы находимся в ботаническом саду в Валенсии. Леша будет сейчас делать стрим. У Леши лучше телефон. Я, ну, много, конечно, не смогу показать, потому что еще хочется старый город показать. Так, вот смотрите. Птички поют. Красиво. Да и занудно будет, если я все подряд буду показывать. Сейчас буду показывать только самое... красивые цветы. Я приезжал сюда с индивидуальными туристами, которые просили увидеть полностью всю Валенсию, включая... Привет, Андрю! Как видишь, делаю стримы, показываю тебе красоту, ту, которую ты не можешь пока увидеть. Надеюсь, ты сумеешь в будущем когда-то сюда приехать. Мистер Марио, привет! Давно не виделись. Рад, что ты ко мне зашел на канал. Очень рад. Я тоже снимаю. Да, да. И получается, что я вам решил сегодня показать уже не игры, это, а как говорится, развлечения. Андрюх, дела все хорошо из Каталунии. Они. Валенсианцы. Они не хотят отвечать. Если они слышат каталанский с валенсийским, то есть это как бы смесь. Испанского с каталанским языком, тогда не отвечают. Ничего себе. Это называется. Это называется по-русски типично валенсийская зависть. Потому что каталанцы, каталанский язык и имеет свою историю. Его многие пытаются связать с каким-то как диалектом. Для русских, которые смотрят сейчас мой стрим, птичка. Это вам будет интересно, потому что вы знаете, что
в нашей стране, в огромнейшей, я не говорю, потому что я как буду говорить, хотя я родился совершенно в другой стране, но я вырос в стране и бывал в ней очень часто, который поет знаменитую песню Олег Газманов «Я родился в СССР». И я говорю в данный момент про Советский Союз. Советский Союз имел многие, как говорится, языки. Что он там роет? Так, это то, что Лёша рассказывает, можете посмотреть, потом будете, потом посмотрите на его канале. В общем, я ссылку оставлю. Нет, спроси качество какое просто. Да, я зайду обязательно. Зайду я. Вот и гортензии, да, такие? Красивые гортензии. А там впереди какие-то парники. Да, это тут парники. У них работают, видите, выращивают растения всякие. И там внутри рассада. А вот эти, чтоб меня спрашивали, ниспидес, что-то как-то так называется. Вот они. Смотрите, в Валенсии теплее, и они уже выросли. Вон они. Кому-то нравится. Как, Лёша, это называется? Ниспидес? Не знаю. По-моему, они съедобные. Да, они съедобные, ниспидес. Как-то так же. А, да, мне тоже. И мне тоже дай. Ма. А я две съел. Вкусно. Люди, так вкусно, блин. А что-то я их раньше не ела. Сейчас фонтанчик покажу. Рыбы там, блин, там же рыбы. Ничего себе. Сейчас я им попробую хлеб дать. Ничего не даст, тут все можно. Скажи сама. Да ничего никто не скажет, все можно. Какие-то рыбы были, которые не жрут хлеб. Посмотри, да, сколько есть. Смотрите, Воли, хвост вон там, меченосец, прямо рыбки с аквариума. Вон Воли хвост плавает. Лёша, давай заведем аквариум. Спасибо, мне Васи хватает. Айда, а что тебе аквариум-то, чем будет мешать? Улики. Аквариум хочу. Улики бери. Что такое? Не понял. Улики убери. Улики типа. Улики убери. Здорово. Улики убери, да. Это попугаи так орут. Так, надо фотку сделать. Я забыла сказать, что вход в этот прекрасный хардин, сад, стоит 2,50 всего. Вот это забыла сказать. И это попугайчики так кричат. Шикарное дерево. Посмотрите, какие цветы.
святые как. Вы посмотрите, как они выглядят. Это дерево. Вот такое. Такое дерево. Красиво. Очень красиво. Вот смотрите, получается, что растительность другая. Другая, чем в Каталонии. То есть, если вы думаете, что в Хардин Ботаника пришли в Каталонию, то в Валенсии было то же самое. Нет, не то же самое. Смотрите, а кто узнает это растение? У нас дома была такая вот елочка, росла. Дома у нас. Но тут она, конечно, огромная. У нас более миниатюрная была. Вот так. А это вот кактусы. Тут аллея кактусов, люди. Да, красота. Красота, красота. Это как туда вовнутрь войти? Вовнутрь надо войти. Вон там рекламу какую-то делают. Видите, так свет направляют. Вот такая кактусы. Красота. Это там опять птица ненормальная что-то ищет. Это червяков, что ли, она так ворует. Спросите, где Лёша. Лёша сидит, слава богу, на скамейке. И пусть он там отдыхает. Я им сказала, сиди, я все посмотрю и за тобой зайду. Говорю, не бойся, никуда я не денусь. Тут все равно все по кругу заходить. Вот смотрите, здесь это огород. Вот там. А здесь с этой стороны кактусы. Кактусы. И все делают фотки, все фотки делают. Вот так. Тут видите, мне кажется, что это вот это синенькие растут, да ведь? Баклажаны. Перенхилия называется по-испански. Перенхилия. Вот тут кабачки, там помидорки, тут свекла. Ну, в общем, вот. Оказывается, они еще и выращивают овощи, фрукты. Ну, фрукты мы уже покушали. Так, нисперос. Нисперос, да, это называется? Нисперос. О, так красиво, блин. О. Ну, несказанно. Вот это 100% на камере это не так. Такие вот цветочки. Оно, видимо, когда на камере приплющено, что... О, смотрите, здесь это сериалис растет. Это наша пшеница, да, ведь? Пшеница, видите? Разных сортов. Вот это какая-то тоже штука, не знаю, что. Как называется? Линум. Лино. А, лен. Это лен. Вот. Так что... Видите, представлены совершенно разные виды растений. Абсолютно разные. Посетите это великолепно. Кактусы какие. Классно. Вот такие растения. Нет, вот в Каталонии таких растений нет. И кактусы как-то совсем другие здесь. Тут это просто они не подстригли. Вот он так юбочкой висит. Вот так вот оно. Красота. Здесь пройдем. Посмотрим. Вот тоже это растение. Каменный цветок, что ли, как называется. Вот смотрите, как в природе оно растет. Как, во! Как оно в природе-то растет. У нас-то в горшке сидит маленькая. А, ну вот как растет. Дерево кактусно. Вот тут, потому что Валенсия теплее, и здесь, видимо, заморозков не бывает. И смотрите, какой кактус вырос. Огромный, вау. Такая красота. Вот Леша сидит, ничего там не видит. Ничего. Блин, это тоже такое же растение.
Я видела в горшке у нас. Вот, смотрите, горшочные растения, как процветают в Валенсии. Да, блин, буду сейчас ходить его хотя-хоть. А вот это, помните, это растение тоже было в горшке. Такое вот растение. Красота. Слушайте, там так жаба крякала сейчас. Смотрите, какие рыбы, а. В общем, они едят здесь хлеб. Я хлеб им бросаю, они едят. Смотрите, вон. Вон, смотрите, сейчас сожрет. Вот. О, сожрала. О, какая жаба там. Надо по водичке, может, поделать, так не может хлебушек пожрут. Это рыба, блин, ничего себе. Это там такие квакают жабы. Жабицы. Не видать. Вот. Вот это да, вот это там рыба плыла. Ничего себе. Вот это рыба. Большая какая рыба там.